Ну, пока кто-то, а-ля вот те вот активисты, живущие в Межугорье, которые были показаны в нашем мини-сериале, который еще не закончился, кстати, про Крым и про то, как заработать на блокаде Крыма, рубят $500 за какое-то мифическое решалово за один вечер, кто-то голодает. Вот мы увидели бабушку, которую ребята, торгующие мандаринами, угостили мандаринками. Мы там в итоге по ходу общения спросим, а что у вас будет на столе, бабушка? Бабушка скажет, вот мандаринки теперь будут. Ну, теперь будет, я надеюсь, кое-что более значимое у нее на столе. Но бабушка однозначно не поверила своим глазам и сделала ноги. Ну, дай бог с ней, и бог с ней, я уверен, и со всеми нами. 82, одна. Пенсия 1000 рублей. Кстати, этого хватает, ты ж воды спросишь. Таблеток набрала, и сейчас пойду опять таблетки брать. Я в этом году не дала. Уголь стоит 3000 тонна. Большое спасибо, дай Бог вам здоровья. Большое спасибо. Так не поверила, да? Окна, двери, балконы.